статистика иногда играет дурную шутку с теми, кто ею интересуется. Ведь то, что Финляндия относится к наименее коррумпированным странам мира, заставляет наших сограждан терять бдительность при устройстве на работу. Финские юристы бьют тревогу все чаще. Жители Эстонии попадают в ситуации, когда им не выплачивают зарплату или, по крайней мере, платят намного меньше договоренности. Дошло до того, что финны решили провести у нас в стране бесплатные консультации для тех, кто уже когда-либо был обманут, либо может стать жертвой мошенников. Первым делом, наслушавшись разговоров об отсутствии коррупции, ваши люди соглашаются работать без договоров или читают их лишь формально. Многие считают, что они неплохо владеют финским языком. На одно дело кино по телевизору, а другое сложные юридические хитросплетения. Очень часто наши работники бьют тревогу слишком поздно, например, когда им больше месяца не платят зарплату. Любой финн в такой ситуации уже начал бы требовать объяснений. А вот эстоноземельцы считают, что в этом нет ничего страшного и можно потерпеть. Хотя это по финским меркам один из верных признаков того, что в фирме не все благополучно. Но наши люди предпочитают молчать и надеяться на порядочность хозяев или просто бояться их. Еще ваших людей пугают какими-то черными списками, куда их якобы занесут, если они будут протестовать. И тогда надежда на устройство в стране Суоми не будет вообще никогда. На самом деле, это беспочвенная страшилка. В любом случае, можно только приветствовать инициативу финских юристов из Scanlex, которые в воскресенье с 10 до 14 часов проведут в Центре русской культуры этакий трудовой бесплатный ликбез для тех, кто собирается на работу или уже работает в Финляндии. Вы можете прийти туда, даже не зная языка, вам помогут опытные переводчики. Но, а главный девиз – предупрежден, значит вооружен, что вовсе, конечно, не отмеряет доверие к самому некоррумпированному народу Европы. Но все-таки доверие должно базироваться на обоюдном соблюдении законов и правил страны вашего пребывания. Александр Сахаров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.